Всем привет! В общем, сегодня будет маленький видос про наш комби. Сейчас вам покажу, что я сделал. Видите, провода здесь, все дела. Сейчас включу. Так. Так, смотрите. Немного здесь бардак, потому что подключал тахометр. Так, включаем массу. Видите, подсветка есть? Есть. Теперь запускаем двигатель. Видите, работает тахометр. В общем, решил поставить тахометр. Я, по-моему, в прошлом видео говорил, что в планах у меня был тахометр. Вот все-таки я его поставил, нашел схему. Здесь три провода, вот синий идет на бобину, на катушку, масса и плюс от замка. И в общем все. Ничего сложного нету. Вот такая вот система. Теперь в планах надо его закрепить. Потому что он у меня просто вот так вот болтается. Но... Куда его поставить, не знаю. Ну, пока, в общем, думаю еще. Куда его ставить, еще не знаю. Или сюда, или сюда. Лампочку поставлю сюда поярче. В общем, все. Вот такие вот новости. Как подключал, сейчас покажу. Так, я снял катушку, смотрите, вот в таком состоянии, вся чумазая. Почему-то вот эти болтаются. Я не знаю, так должны, нет, они болтаться. В плохом состоянии. Сейчас контакты, смотрите, все поржавели. В общем, надо разобрать, помыть, почистить. Сейчас, в общем, тоже все отключил. Вот здесь она висела. Сейчас буду приводить в порядок. Как-то быстро потемнело. Смотрите, вот так вот почистил. Тут, оказывается, идет еще какая-то прокладка специальная. И там, в общем, как этот идет. Как называется-то? Типа пружина, спиралька, короче. Она оторвалась, я ее запаял. Она отсюда заходит. Внутри я не стал снимать, показывать. Контакты все зачистил. Сделан в СССР, надписи здесь, а здесь ГОСТ. Сейчас буду его на место ставить. Смотрите, как подключал. Значит, вот идут три провода здесь. Вот с бобины идет. Сейчас я выйду, покажу, где он подключен. Он там подключен. И идет масса. Так, вот видите, буква Т типа того. Так, сейчас фонарь включу. Так, покажу, как я подключал. Так, синий идет провод на бобину, на катушку. Вот он, единичка здесь на тахометре написано. Потом идет белый провод, идет на массу, кузову подключил. И вот нижний провод написано 12 вольт. Вот на корпусе написано 12 вольт. Это идет к замку зажигания. Три провода идет. Так. Так, вот он. Идет отсюда, потом сюда идет, и вот к катушке он подключен. Катушку вчера почистил, вся была ржавая, надо будет еще подкрасить ее. Вот сюда идет, на верхний, короче, как его там называют-то. Вот сюда подключил его. Там буква какая, не вижу. В общем, внизу два контакта идут и верхний. Подключил к верхнему. Также поменял колпачки вот эти резиновые, которые были. Они свои, видите, какие. Свои колпачки, видите, все потрескались. Теперь хоть вода не будет попадать. Дворники вы видели, наверное, я менял. Резиночки эти.
Только один плохо что-то работает. Надо переделать. Не прижимает. Видите, не прижимает. Также в планах надо будет сделать родное радио. Какой-то Урал, что ли, стоял. Там тоже надо перепаивать его. Ровно 800 оборотов, но обороты плавают. Завтра буду делать магнитолу родную, также ее поставлю. А так на сегодня все. Всем удачки, всем пока. Ставьте лайк, подписывайтесь. До следующего видео.